Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Как вы знаете, у меня есть возможность не только меня поддержать на Boosty, да? Замечательный сайт, советую, ссылка в описании. Но можно просто прямым донатом заказать мне песню. Его девушка по имени Кира, по крайней мере, так она подписалась. Я уточнял, но все-таки, когда вам кидают деньги через банковое приложение, то обратно ответить не так легко, на самом деле. Я пытался, но у меня не получилось. В общем, если что, Кира, пишите, и я ваше имя поменяю, потому что там было два варианта. Так вот, она мне заказала песню Breathe Again. Группы Blitzers. Группа Blitzers — это группа достаточно новая. Она дебютировала в 2021 году, если ничего не путаю, да, в 2021 году. При этом преддебютные вещи выпускала уже в 2020. Работает она под началом агентства Wooza Entertainment. Вот. И в 2020 году была сформирована такая группа, ее только изначально называли либо Circle, либо Wooza Circle. То есть у нее такое временное название было. Было там достаточно много парней, по-моему, то ли 12, то ли 14, возможно, в зависимости от клипа, опять же. И выпустили они две песни, одна песня называлась Blitz, а вторая называлась Drawing Paper. Вот, они выпустили эти песни, потом, наконец-то, через какое-то время сказали нам, что группа будет называться Blitzers, и начали анонсировать новых участников. Не новых, точнее, а финальных участников. То есть финальных участников осталось 7 человек. Давайте их перечислю, да, как обычно. Это Go Yu, Чухан, Джинхва, Ся, Крис, Лутан и Уджу. Вот, эти товарищи семеро остались, до сих пор в группе находятся. Дебют официальный у них состоялся, в мае, по-моему, да, 2021 года. И действительно, они 12 мая дебютировали, выпустили первый мини-альбом, который назывался Check-in. И именно с этого альбома и есть песня Breathe Again. У меня плохо получается это вот выговаривание. Breathe Again. У меня Z слишком не так, как учили в школе, как вообще, в принципе, надо произносить. Какое-то у меня такое, очевидно, иностранное произношение. Но все-таки я не носитель. Вот. В принципе, все. Это вкратце про группу. Группа умеренно успешная. То есть у них, в принципе, неплохой рост. Они в 21 году дебютировали. Сейчас 2023. Прошло 2 года, и у них, в принципе, первый альбом продался тиражом 10 тысяч экземпляров, а этот уже, по-моему, 35 или 39, точно не помню. Давайте проверим. 35 тысяч, собственно говоря. Это в 2022 году. Ну и в 2023 был сингл-альбом, 28 тысяч. Но сингл — это сингл, там все-таки банально песен меньше, поэтому ничего удивительного. В общем, я надеюсь, опять же, что у парней все будет в рост пойдет. Итак, перед началом реакции еще раз поблагодарю Киру за такой замечательный заказ. Ну, предположительно замечательный, да? И давайте. 3, 2, 1, поехали. Ого, азбука Морзе, однако. Похоже на сигнал SOS, но я, честно говоря, немножко подзабыл азбука Морзе. Три точки, да, SOS. О, рок-мотивы. Тут за эту неполную минуту сменилось уже несколько настроений у песни. Это забавно. Тут обычно гитара ступила, слышите? Как говорится, сколько инструментов и эффектов вам нужно. Да. Здесь даже клэпы были. А перед припевом был еще такой синтовый проигрыш, немножко игровой. Местами голоса сильно обрабатывают, но это, в принципе, в стиль песни вписывается. Интересный рэп-секция, практически без музыки. О, огнемет.
Я не могу сказать, что это такое редкое сочетание, но не самое частое, когда электрогитара играет и обычная гитара. Ну и использовать клэпы, хлопки при хорусе — это хорошая идея. Вот, слышите? Синтовый кусочек. Прям гитарные запилы. Довольно неплохо для молодой группы. И музыка, скажем так, как это объяснить-то, стройная. То есть, с одной стороны, здесь была электрогитара, и обычная гитара, и клэпы, и музыка полностью вырубалась, и синт они вставляли, и ударные какие-то простые вставляли, и т.д. и т.п. Там не хватало, не знаю, ксилофон, например, и пианино еще, хотя, может быть, второй раз послушаю, что-то подобное услышу. При этом все это неплохо сочеталось, то есть не возникало ощущение какого-то лоскутного одеяла яростного, как иногда бывает даже у крупных агентств типа SM или JYP Entertainment, всякое бывает. Но давайте сразу же смотреть костюмную версию, вот, и посмотрим, что из этого у нас получится. Что ж, у меня были проблемы со звуком, теперь они пропали, хотя, помню, не до конца. Но я попробую послушать еще раз, меня сегодня прям преследуют проблемки технического рода, давайте. Вот, все нормально, хорошо. Ура. Надеюсь, все записывается. Господи, надеюсь, все записывается. Да, здесь вначале их исказили голос. Ну, автотюном, очевидно. Даже вокодера, может быть. Тут вообще музыки нет, да? Хорошо. Хороший переход. Тут, слышите, обычная гитара вступает, опять же. При этом электрогитара и аккомпанирует неплохо. Да, здесь очень мягкие ударные. И клэпы, прекрасно. Ну, еще вокала добавим. Хорового, так сказать. О, хороший этот переход, на самом деле, чисто визуально. По клипу. Единственный странный сегмент, честно говоря. Я не уверен, что он вписывается в песню. Он, мне кажется, ее несколько разрывает на две части. Тут уже получше. Здесь хотя бы на фоне играет какая-то гитарка. И она неплохо связывается с данной песней. Этот сегмент. Сейчас будет переход с прехоруса куплет, да, ой, припев, точнее. Игровой. Смешной жест. Да,
Ну, тут нормальный бридж совершенно. Хорошая подготовка к последнему припеву. Караул, как там часто цвет меняется. Да, мнение мое не поменялось. Это хорошая песня, даже очень приятная. Так что спасибо большое, Кире, за заказ. Надеюсь, я правильно вас называю, Кира. Вот, как-то так. Парни молодцы. Агентство, кстати, я как-то не посмотрел, что оно еще. По-моему, это агентство какое-то относительно новое, потому что я вообще не слышал про него, не видел, не слышал никогда. Ну вот, даже, простите, на всяких этих, господи, сайтах типа Википедии и так далее, вот этот Woolz Entertainment, на него даже ссылки нет. То есть у него, видимо, возможно, это единственная группа этого агентства, с чем я его поздравляю. Ну, по крайней мере, у них есть какие-то продажи, причем вроде как достаточно неплохие, на самом деле. А вот, нашел, наконец-то, на K-pop Fandom. Woolz Entertainment, и что у нас здесь? Мне сегодня так долго все грузится. Я говорю, какие технические проблемы страшные. Интернет грузится еле-еле. Наушники рандомным образом за раз такие отключаются, потому что им захотелось. Ну, GoYou это просто, собственно говоря, участник Blitzers. Вот, как-то так. Еще раз спасибо Кире. Надеюсь, вам понравилось. И песня «Моя реакция». Я сейчас уже ко всем обращаюсь. И благодарю всех, кто меня поддерживает на Boosty. Вы обязательно пишите комментарии об этой песне, об этой группе и вообще. Всем пока!